Сегодня зашла в храм и с большим интересом прослушала лекцию, которая была для школьников. Храм после реставрации, после того, как сняли леса, предстал во всей красе своей. Здесь всегда очень приятно и торжественно, и волнительно находиться. И лекция, которой я сегодня, по счастью, попала, меня очень заинтересовала. Было очень интересно, и хотелось бы, чтобы не только для школьников, но и для всех прихожан, взрослых людей, такое проводилось и почаще. Далеко не всем удается прочитать Библию. Не все, к сожалению, бывает понятно. А вот то, что сегодня рассказали, объяснили и показали обо всем рассказали, было очень интересно. Не хотелось уже отрываться, и пока не дослушала до конца все, что происходило, и рассказывали, никуда не хотелось отходить. Так что спасибо большое, и желательно, чтобы для всех это было интересно. Меня зовут Любовь Ивановна. Я здесь живу недалеко, но, к сожалению, первый раз попала на такую интересную экскурсию, лекцию, да.